Будем скидывать. Так, в общем, сейчас будем прикармливать в одну точку скидывать, мою сторону. В две точки. Они, ты налепил здоровые, они как они провалятся? Они не провалятся. Да? Ну, да. Я не увидел. Вот такая вот кормушечка, в общем, она тут автоматически открывает ворота и падает. Вот, вот это разные две таких. В общем, заложили мы вот такое там, да, ребята, давайте я вам покажу такой кораблик. Два у него тут моторчика, идет неплохо, мягенько. Вот фонарик внизу у него, вот это вот, это сонар этот, который просвечивает дно, рыбу. Ну, естественно, как я уже показывал, пульт управления с запоминанием точек. Ты показывал, где тебя? Закидываем. Так, ну, смотри, одна вот по направлению здесь, вот моей руки, вторая чуть-чуть вот по направлению корях там, как бы. Так, все, поехала прикормка. Буквально вот от коряк, да, давай первую точку, от коряк там метра полтора, так раз, тут прикормить, и вот здесь вот прикормить. А, от коряк? Ну, от коряга, видишь, вот это вот, примерно вот слева от коряги. Давай лучше подожди, мы что-нибудь найдем. А там я буду закидывать по прямой, как бы там так, я уже... Не говори, левее, правее, я тебе буду делать. Да. Так, ну... Все равно здесь рыбы нет, поэтому... Будем прикармливать. В общем, я закидываю, видишь, вручную я докидываю где-то... Чуть-чуть дальше, да, получится. Я уже буду ориентироваться. Ну, просто плоское дно, нормально. Здесь хорошее дно. Вот. Видишь, ровное дно. Так. Ага. Вот пошли кусты какие-то. Так, вот это вот поверхность, да? Коричневая. Вот поверхность, да. Да. И синяя пошла вода. Это показывает водоросли там разные, да? Да. Ну, примерно здесь. Вот до сюда докидываешь? Да, да, примерно там, я думаю. Вот здесь вот. Давай, сброс. Ага. А, подожди, водоросли. Да, там водоросли. Ты мне посмотри там, где. Может, чуть поближе, в принципе-то. Если ты говоришь, там дно на подъем идет, пусть поглубже там. Так, сброс пошел. Вон. Опустилась. Сейчас сбросилась. Закрывается. И домой. Прикольно. Я вещь. Все. Мы рыбалить сегодня будем или будем на корабликах кататься? На корабликах пока катаем прикормку. Если рыбу показал, мы сразу закидывали уже. Вот, включаем автопилот, он точку запомнил и возвращается сам. Можно уже не управлять. Короче, такая интересная вещь. Сейчас будем прикармливать вокруг все дно и начинаем ловить. Ждите улова.